тяжелая, да. Есть свои такие сложные, да. Многие думают, что это монотонная такая, выпиливать да долби. Здесь надо думать, здесь надо знать, здесь надо уметь. Потому что любое неверное движение, и ты поймал воду, и все, и вплоть до того, что всю работу можешь утопить, и заново потом придется это брать. При самой низкой температуре, при которой приходилось нам работать, это 60-63 где-то градуса было. Вот как раз тот сезон, когда я травмировал колено, подморозил. Свободного времени и достаточного количества сил.